Привет, мои корефаны, на которые подписаны на канал Позитив Вселенной. Тут я, короче, услышал такую новость, что хотят ввести два налога, представляете? На яйца один налог и на то, что животные. Вы что, совсем хотите людей нищими сделать? Или чтобы больше животных бегало на улице? Вы бы лучше бы этот налог ввели... Или помощь вели людям, у которых много животных. Или на каждого бы животного бы какой-то налог давали бы людям, которые много имеют животных. А не то, что у человека забрать последнее. Там бедная бабушка какая-то. У нее много кошек, собак. Где она возьмет деньги на ваш налог? Вы там вообще рухнулись за этими, за своими Apple'ами. Я вообще вас не понимаю, куда мы все катимся. Пенсионерка бедная, она последние деньги отдает на корм животных, а вы какой-то налог хотите вести. Блин, я материться не буду, а то YouTube забанит от канала ролик. Вы лучше бы депутаты бы пенсию людям сделали, чтобы они бедные отработали свою жизнь, могли поехать это отдохнуть кругосветку. Они горбатились, а, блядь, с мешками, блядь. Вы вообще, я вас вообще не понимаю. Хотя Россия – это щедрая душа такая. Хотя мы выиграли войну, а живем в какой-то утопии. Ладно, пока, у меня больше нету эмоций. Подписывайтесь, жмите класс, делитесь этим роликом. Надеюсь, что, может быть, когда-то будем нормально жить. И не придется умирать. Пока.